На площади более 11,5 тысяч квадратных метров уже вовсю идет капитальное строительство нового сквера. Рабочие с помощью спецтехники уже закатали асфальт. В скором времени здесь появится парковка. Работы на объекте ведутся с апреля. Всего задействовано 17 человек и 5 единиц техники. Как рассказал представитель подрядчика, сроки укладываются. В общей сложности готовность составляет 30%. Выполнено асфальтирование спортивной площадки. Установлены бордюры, закладные под опоры освещения, копаются траншеи под кабеля, укладываются кабеля и под систему орошения. Местный житель Олег Ушаков считает, что скверу здесь будет самое место, потому что раньше эта территория не использовалась вовсе и была не в самом лучшем виде. Парк очень нужен, очень. Здесь всегда и мусор был, и то, и вот эти туйки здесь повысыхали и так далее. А сейчас парк будет, все облагородится, все будет замечательно, исключительно. Муниципальная программа формирования современной городской среды в Симферополе действует в рамках реализации соглашений между правительством Москвы и Советом министров Республики Крым. Место для будущего сквера определили в ходе проведения инвентаризации общественных территорий. Таким образом, она получила кадастровый номер и получила статус общественной территории для микрорайона Селим-Герай. И она попала в благоустройство в 2021 году. Стоимость контракта составляет 37 миллионов рублей. Подрядчик планирует завершить работы до 1 июля. Всего до конца года запланировано благоустройство 5 общественных и 17 дворовых территорий Симферополя. Даут Чахалов, Максим Голубев, телеканал «Миллет».